Poets of Berlin. Берлинские поэты. И на этот раз перед нами раскрывается тайная душа Берлина. Источником для создания этого аромата явилась поэзия Дэвида Боуи, одного из любимых исполнителей и поэтов Яна Вильгельма Алгрена, и очень особенный период его творчества, который пришелся на Берлин. Современный Берлин — это креативная столица мира с мощной кипучей энергией, которая еще в конце 70-х годов заставила Дэвида Боуи приехать в этот город. Именно здесь Дэвид создал новую гармонию музыкального искусства. Его дни проходили на тихих, увитых плющом улицах, в ночных кафе, утопающих в табачном дыму. И в этих контрастах родилась новая эстетика, определившая музыкальную культуру 20 века. Ян Вильгельм воссоздавал атмосферу, оттенок, который он сам описывает как «черничные ночи Берлина», пропитанную абсолютной темнотой, но с искрами вдохновения. Психоделическая ароматная симфония, где к черничным аккордам присоединяются орис, лимон, бамбук, гаитянский ветивер и соблазнительные гурманские оттенки ванили. Чистый и нежный по своей структуре, этот аромат обладает привычным для Вильгельма сильным характером, невероятной стойкостью и шлейфом. И словно музыка Дэвида Боуи, его практически невозможно будет забыть и от него отказаться.